В рамках рабочего визита в Казань прибыла делегация финансовой торгово-промышленной корпорации «Антустик» из Республики Казахстан. Первым гости посетили ТАТ «Нефтехиминвестхолдинг», где встретились с генеральным директором Рафинатом Яруллиным. От Казанского федерального университета во встрече приняли участие исполняющий ректор Дмитрий Таюрский, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев и советник ректора Рашид Азимов. Наша компания – многопрофильная компания. Один из них первый, конечно, сегодня составляет нефтегазовый сектор. Наша компания «Саутсойл» из 145 компаний, значит, занимаем 14-15 мест в республике. Кроме того, мы, значит, буквально вот сейчас имеем 10 месторождений, нефтегазовых месторождений. И мы выиграли его на аукционе. Вот сейчас, значит, занимаем, значит, разведкой и дальше, значит, бурением. Далее гости отправились в Институт геологии и нефтегазовых технологий, где делегатам наглядно представили аналитическую статистику показателей института и рассказали об инновациях, совершенных в стенах вуза. Затем местом пребывания гостей стал Химический институт имени Александра Бутлерова. Представители Казанского федерального провели ознакомительную экскурсию по лабораториям учебного здания и осветили насущные темы нынешнего времени. У нас очень много образовательных программ. Вот у нас бакалавриат, магистратура, аспирантура. Вот по бакалавриату у нас по геологии 4 профиля. Это классическая геология, нефтяная геология, гидрогеология, геофизика. Это хороший прорыв моделирования месторождений, также комплексирование методов разведки. Интересно для нас, поскольку у нас в Казахстане есть еще 12 малоизученных осадочных бассейнов, я думаю, такое комплексирование можно будет применять в Казахстане. Ну и по трудноизвлекаемым запасам тоже интересно, я думаю, мы продолжим уже предметно переговоры с институтом. После посещения института в гости переместились в главное здание университета, где обсудили возможное открытие филиала Казанского федерального университета в городе Шымкент в Казахстане. Задача мы понимаем и очень хотели бы действительно там поработать вместе с вами на благо России и Республики Казахстан. Спасибо. В рамках программы пребывания 15 июня состоится встреча с руководством Республики Татарстан, и гости продолжат посещать институты Казанского университета. Карина Саяхова, Елизавета Никитина, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы, Универньюз.